Сплошный вот это вот все. Приветствую всех, дорогие друзья. В очередной раз представляю вам Сурвов. Когда этот ролик выйдет, не знаю. Но когда-нибудь в августе. Сейчас буду записывать пачку роликов по Сурвам вместе с модератором Григорием Владимировичем. Поздоровайтесь с уважаемым человеком. Ну, посмотрим, как у нас каточки пойдут. Тогда я сразу предупрежу, я профессиональный сурвомейнер. Сосу только так. Я его поэтому и пригласил, потому что он сейчас будет тащить. Так, ну чё, кто тут у нас? Блин, все в одном месте. Искажение, он всех запалил, я ухожу. Меня как минимум. Это кто? А, это Хантреска. Ну, она ко мне идет, я не хочу вот играть, все. Все, я не хочу, это... я ливаю, все, игра говно. Так, все, Гриш, показывай чудеса манцов. Завожу. Ванная какая-то. Бляха, какая же халява за Сурва? Это просто пиздец. Давай работай только. Ко она мне меня приводила, к мейну пошла. Так, она у нас, да, или что? Что происходит? Сейчас я тебя погромче сделаю. Я не знаю, она потеряла меня. Так, все, я на мейн. Это мы выкинем. Давай к нам на мейн сразу. Мейн заводим, треугольник разбили. 50% победы. Мэк и Шакту пора. Зачем ты вот сейчас у всех просрал? А, я понял. Ну давайте тогда. Ну, еще одну каточку показать. В ролик. Суперманца огурца. Ну да. Кто бы мог подумать? Гриша затащил, а что у нее? А, ну все, все, сразу начинается. Опущен. Нахрена брать притеснение на Аньку? Да ну придурочные какие-то. Ну. Поехали дальше. Зря только эту детальку просто. Скинов понатупают, а играть не умеют. Так, поехали. Че, будем карты обузить на скеле? Да мне вообще без разницы. Я все карты здесь не люблю, поэтому между сортов говна как бы не выбирают. Как это не люблю? Настоящие карты для Сурва, это что? Это Сад Счастья, это Орманд, что там еще? Детский садик. Не дай боже это увидеть. А ну и обязательно Ракун Сити. Самая атмосферная карта в игре. Не, ну Ракун Сити мне нравится в последнее время, даже на манах. Несмотря на то, что тяжело, все равно как-то... Ну. Да. Так, что тут? Няньку я, наверное, уберу. Знаешь, что я поставлю? Я, наверное, поставлю... спокойствие духа. Стелс. Стелсы вот эти вот ваши. Ну. Так. Тубоксик. Кучу зарядов. Скорость починки. Во, нормально. Осколок. Без огласки. Искажение спокойствия духа. Да, и ой, ни одного фу. Перка на скорость. Ну ладно. Ой, фу. Как думаешь, кто у нас ман? Надеюсь, не траппер. И не Векна. А почему? Векна вроде легкий. Ну, ты его замансишь на скеле. Я без понятия, я один раз против него играл. Ну и в принципе я ничего не видосов про него не видел. Вообще ничего нет.
Мне вот это вот особенно нравится. Вот знаешь же, да, вот что в DBD в основном даже кто на сурвах играет, он играет на каком-то определенном сурве, да, типа мейнит. И, соответственно, на манах очень многие типа мейнит. Ивент кончился, все, тортики пропали. Вы куда их откладываете? Не, у меня на каких-то манах лежат торты с... какого? 7-6 годовщины. На некоторых. Ну, 6 это как бы желешка это, с глазами. 7 это там палец в виде цифры 7. У нас вмешательство. Так, попробую в очугу пройти. Чё за ман? Не понимаю. Сейчас такая свинка или крик, все. И обосремся сразу. Ну, мне, кстати, показалось то, что крик был. А это люди. У, страшные какие. О, кто-то сейчас туда побежал. Ну это явно ман. Похож на Бубаса, вроде, но нет. Мор. Мор с вмешательством? Чё, совсем дурной. Ну, ну ладно. И он какой-то странный, он не хочет вообще ничего делать. В смысле не хочет? Предлагает пофармить, что ли? Ну, он увидел меня и ушел. Все. Даже бить не стал. Я ж тебе говорил, что Мэг Томас страшный. А ты пиздешь, пиздешь. Так, не надо меня наговаривать. Фанга страшная. Или кто-то, как-то женщину зовут. Бесплатную. Кладетка. Кладетка бесплатная в 21 веке. Осуждаю. Всем по бесплатной кладетке. У него, кстати, его порча. Ищи порчу. И он Симакун вроде как с это убирает. Надеюсь, секущих нет, иначе будет неприятно. Это еще такая карта мерзкая, то что... Да, тотема. Так, ищу тотем. Не ищу тотем. Возможно, кстати, это его и перебили. Ну да, он пропал. Так, у меня мор. Да ну брось, так какие пробития, ты о чем? Завожу у сарая. Если вдруг отстанет от тебя. У меньшего корабля. Че он там? Че будет творить? Тебя кто-нибудь спасает или идти спасать? Нет, еще пошел на лачугу. А, ко мне пошел. Хорошо. Я так понимаю, меня все хотят спасти? Нет, я не хочу. Я тебя понял. А, то есть ты имел в виду, что не хотят наоборот? Спасают. Не-не-не, спасают. Ну я тебя понял. Спасать меня не надо, да? Я поприседаю потом под твоим крюком. Ой, не кажется, надо под моим отбьют. Крюком, я тебе сейчас морок кину. Я в тебя сейчас морок кину. Так он уже у меня. Так говноед этот мор стандартный. С обычными перками. О, все понятно. Так, все, он убежал. Если ты рядом снимай. А, Шерил снимает. Расслабься, заводи.
штука, да как ты видишь? Ну о, нормально, вот скилл-чек бы сейчас не попадать, Шерил. Ой, меня насилуют. А ой, мне не нравится. Он, походу, решил затуннелить самых скилловых. Он к вам ушел? Что он творит? Я не понимаю. Страшно, про нормальщину. А, возможно, Индер. Умелец, умелец, да. Вот эти вот ваши заимствованные слова из пиндоска. Да ёб твою ма... Интересно, без огласки сработает? А, сработало. У него, кстати, этот, СБФЛ, по-моему. Он работает? Ну, его... он обычно меня бил, и у него очень быстро проходила анимация. Твоя позиция неудобная. Нифига себе. А ты чё был? А я не успел. Не, я имею в виду, ты ж вроде фуловый был. Как ты сразу упал? Да когда я был фуловый? Не, был такого. Так, ну что там, тебя спасут? Да, кто-то стелсит ко мне. Хорошо. Блин, тут заведено. Ай. Как же он не хочет меня отдавать? Что, он спасать будет, нет? Да, все, тут мор, он ходит. Он ходит. Че он ходит, он бегать должен. Начинается. Да не, он не даст снять. Я ему не дам. Ёлки-палки. И без огласки надо ставить. Да у меня нет, я ж тебе говорю, я нищий, у меня нет перков, понимаешь, нету. Я почетный, гордый манмейнер, понимаешь? Манмейнер. Это тебе отмазка. Сам играет на сурвах постоянно. Не пизди. Уходи. Ой, меня сейчас шваркнут. Да. Ну это мы, конечно, жестко сейчас отыграли. Смотреть на мана это не наше, я понимаю. Да вообще даже близко. Отдаваться им один мору тоже нашим. Мне вот, кстати, реально интересно посмотреть его. Он с СБФЛом был или нет? Что у него с анимацией не то было. Давай сейчас я тоже отключу. Я за суровов заморачиваться не собираюсь. Подбирай, подбирай, говно. Подбирай, говно, но не растягивай время. Реализовал осколочек. Проверяй. Сейчас посмотрим. Ты что, странная анимация была у него. А что посмотрим? Он еще этих двоих должен убить. Да ладно. Они помрут. Да ладно, хрен с ними. Давай следующий.